Всем привет! У меня сегодня доброе рабочее утро. Я уже ногти сделала на клиентке. Она сейчас вернется, я буду делать педикюр и заодно покажу, что получилось. У нас сегодня такое необычное направление в маникюре. Это, в общем, я не нашла, как это называется, но в этом есть свой собственный почерк. И очень интересно. Она обычно такое, что там минимализм у нее, полосочки, точечки, а в этот раз мне очень нравится. Я хотела бы себе на ногтях такое сделать, но я реально понимаю, что если на правой, наоборот, на левой руке я еще нарисую, то на правой не факт. А если даже и нарисую, то буду очень долго рисовать. Сейчас такая жара, что я не хочу сидеть долго. Мы и так тут возюкались очень долго. Она сейчас там ушла, ей надо по делам, и сейчас вернется. Так что у нас обед, я уже перекусила. Ну, как-то, если честно, и кушать не хочется. Очень жарко. Сейчас у нас в тенечке 37 градусов. В тенечке. На солнышке, не знаю, все 40, наверное, если не больше. Ну, и мы сегодня уже будем ехать домой, так как завтра мне на праздник, на день рождения. И я сейчас, пока мисс Димка будет спать, закончу педикюр ей. И будем собираться домой. Единственное, что будем ехать на такси. Я не очень люблю ездить на такси с собакой, потому что люди... Ну, я, конечно, указываю всегда, что мы с собакой, и что она маленькая, и, в принципе, мы ее никогда не садим никуда, то есть она у нас сидит на руках. Если что-то и в шерсти, то это только мы. Но не все, как бы, таксисты рады, что мы с собакой, поэтому... Но сегодня других вариантов нету. Напарник Дениса уехал за город, и нас забрать некому, поэтому будем ехать на такси. Будем краснеть, извиняться. Ну, а что поделаешь, блин? Собака, что ты с ней сделаешь? Надо ее уже домой забирать. И сегодня у меня тоже дома дела. Надо будет все вещи перегладить, потому что вещей уже куча. Наверное, вечерком Диму спать положу и буду гладить. Посмотрим. Как-то так у меня дни проходят, но, блин, сегодня вот так же самое. Я работаю, я не могу снимать, ну, толком, что я буду снимать. Процесс создания маникюра, не знаю. И тогда маме сняла один раз, сегодня не стала. Но покажу сейчас, что получилось. Вот такие вот ногтики получились, ну, не знаю, мне очень понравилось. Я по себе бы такие сделала, но я реально понимаю, их рисовать, я буду полдня сама себе рисовать. Тебе нравится? Да. Да? А вам? Очень. Сейчас немножечко жара спадет и будем ехать. Потому что жарко просто безумно. Сейчас на улице, не знаю. Я, наверное, вам надоела, да, с жарой? Но я ненавижу жару. Мне так жарко. Как люди живут, вот когда круглый год жарко. Ну, наверное, они привыкают. Так что еще один день поработала. Денежек заработала. И я молодец. Ну, по крайней мере, на завтрашний подарок точно заработала. Ну, молодец у тебя жена? Конечно. Деньги, грибу. Лопатой, да? Совочком. Детским. Ну ничего, прям таки. Копеечка к копеечке и... Ну да. Так будет миллион когда-то. Лет через 200. Мы уже дома, приехали домой. И знаете, что я первое сделала? Вода со льдом. И достала с морозилки малинку замороженную. Ну, уже свежая, а у меня до сих пор прошлогодняя. Плюс мне мама рыбу там дала, скумбрию, слаживать некуда, поэтому пришлось достать лед, малинку, сделала коктейль. А сейчас Денис сушит собаку, потому что покупал ее. Что-то у нас пошло не по плану. Мы собаку капали, ну когда? Ну, вот тогда, когда я выпускала видео про клеща, мы на следующий день капали. И почему-то на ней столько блох сейчас. У мамы как бы все уличные животные, и они все с блохами. Ой, и почему-то на нашей собаке их было просто тысячи. Ну, я такого никогда не видела. Знаете, вот каждый сантиметр тела, и там по 5 блох сидит. Но сейчас ее привезли домой, купаем. Денис высушивает, хочет, ну, по возможности выдуть их, и потом будем опять капать. А почему выдуть? Потому что мы, когда, получается, ее капаем, и если у нее слишком много блох, они просто выпрыгивают и потом начинают нас кусать. А это нехорошо. Поэтому сейчас он ее повыдувает и будем капать. Ну так иди, пожалуйста, чтобы они никуда не прыгали потом. Хай, не за еще может быть. Не, я кажется, холодным. Холодным лучше. Она не замерзнет, но ей горячо. Она кожа обжигает, это профессионально.
Сейчас буду гладить вещи, потому что у меня их собралось, а тут целая куча. Это мои футболки, и Дима на футболке. И еще надо будет Дениса погладить. Но Дениса сейчас в шифонере, они чистые, просто их нужно перегладить после зимы. Ну, знаете, смялись. Поэтому сейчас будем приступать к глажке. Честно, ненавижу гладить. Вот что-что, гладить — это мое самое нелюбимое. Была бы моя воля, я бы покупала все вещи, которые не надо гладить. Это же кошмар какой-то. Особенно, когда жарко и лето. Зимой-то и гладить не надо, что там гладить. Ну, джинсики когда-то. Свитер ты не будешь гладить. А летом как раз, когда самая жара такая, надо это все гладить. Ну, мы с Денисом разделили обязанности. Он готовит ужин, а я глажу. Ночью у меня как-то нет желания гладить. А гладить, знаете, каждый раз перед выходом мне очень хочется. Ну, хотя бы потому, что тратить на это время еще на глажку. Мне проще сразу все погладить. И потом достал шифонер. Зато потом достал шифонер, уже поглаженный, уже готов выходить. И через минуту можешь выходить, а не стоять. Еще куча всего гладить. Я тут еще как раз глажу новую футболку. Надо перевести. Что на ней написано? А то не хотелось бы ходить смешной. У меня тут надпись. Я английский не знаю слова совсем. Ну как? Типа поздороваться могу, сказать, сколько мне лет, где я живу. И как куда-то пройти, все. А это можно перевести. Вещи я уже перегладила, осталось их подцепить на вешалку. Это я уже потом покушаю и свои Димы развешу на вешалке. А сейчас, а уже Дениса тут. Димон только не куховарит. А, Димон я заправлю. Пельмешики, салатик раз, салатик два. Еще есть салатик три, ну, холодильник. Какой? А, с яйцом и с сыром, да, короче. Сегодня Денис прям отрывается вообще. Молодец. Ты же говоришь, я не готовлю, ничего не делаю. Не, ну ты бы что-то поизысканнее бы приготовил. Ну, извините, а то как-то пельмени свои, ты знаешь. Подожди, я тебе приготовил салат с тунцом. Это изысканно? Будем считать, что засчитано. Мы уже покушали, а точнее у нас уже вечер. Димке сказку почитал, и он сейчас будет укладываться спать. Да? Правда, он вообще капризничает, спать не хочет, крутится, вертится. Но у нас так жарко. Вот я не знаю, в какой раз я говорю, что у нас жарко, но в квартире это ужас. Причем да. Сейчас вечер, обычно в часов 10 становится прохладнее, но, по-моему, сегодня не тот случай. Да, сегодня очень жарко, потому что сегодня же лето. Ну да, лето, логично. А я тут хожу и ною, жарко, жарко, конечно, лето же на улице. Ладно, буду... А потому что и не... что-то не ходит... Не... Ну, это не ходит на море, на море, на море, на море. Не хочу, не хочу, нет, не хочу. Кстати, на море. Дима вот просится на море. Я вот думала, думала. И, в общем, туда, куда мы обычно ездим, в Бердянск, то там нашествие медуз. Причем медузы не вот эти маленькие, ну, которые бывают, а именно здоровые. Вот в том году они были, но мы как раз в этот момент уехали. Но они реально огромные, прям такие здоровые-здоровые. Ну, в принципе, я могу сейчас ставить видео с этими медузами. Я снимала, каких они размеров примерно. Я не вижу медузу. Зайчик, здесь она. Вот здесь она. Они разные. Даже на берге был, я кидался мокрым песком тогда. А тогда прошли чужие родители, я толкнул и палкой тогда уже. Иду.
медуза, она поплыла в другое место. Да, и вот сейчас очень много медуз, и все-таки это опасно, люди обжигаются. Сейчас вот там есть один пляж, это третий пляж, ну такой, один из самых распространенных, так сказать. И там обычно отдыхающих очень много. Но в этом году все сидят на песочке, загорают. Никто в воду идти не хочет, все боятся. И, в принципе, оно-то и понятно. Именно эти медузы оставляют ожоги. И тоже, знаете, ехать в Бердянск, чтобы посидеть на песочке. Ну, такое развлечение, я вам скажу. Я люблю море не за песок, не за позагорать. Я люблю плавать. Я люблю очень много плавать. И просто туда поехать, чтобы там погулять и на песочке посидеть. Ну, не мое. Посмотрим, как медузы пройдут. Я думаю, мы обязательно съездим на море. В принципе, я так думаю, что мы за это лето съездим не раз на море. Ну, два так точно раза съездим. Потому что еще знакомые хотят с нами поехать. Ну, посмотрим. Ну, а на данный момент будем дома. Дима, загрусти. Поедем. Поедем, поедем скоро. Ладно, буду я с вами прощаться. Буду я сейчас вам монтировать влог. Не этот, а позавчерашний. Так что... Не купайтесь, пока медуза не уплывает. Философия Димы. Не купайтесь, пока медуза не уплывает. Всем пока и до завтра.